сравнивать свою историю. Получился блин. Вот. Она очень красивая женщина, и Господом явно мечена. Она может быть бешеной, но чаще скромна и сдержана. Она такая манящая, простая и настоящая. У нее всегда много мужчин, но он один. Без парабачи в животе ей не жить, с чёрниками в глазах, и только она одна умеет его так любить. Она его всегда ждет, а он любит ее 12 раз в год. Тогда же он все поймет, идиот. Позади, за спиной, за мужеством, с синяками и алчной скупостью. Вот такое супружество с пьяной мужской грубостью. Ей бы взять и на всех обидеться, уйти с головой в депрессию. Но ей только хорошие лица, второе высшее, здесь сия. Без парабачек в животе ей не жить, с чертиками в глазах, и только она одна умеет его так любить. Она его всегда ждет, а он любит ее 12 раз в год. Тогда же он все понимает.